Пришло время покрывать наш сыр каким-либо покрытием. Я сегодня буду использовать воск. Наша кочета достаточно хорошо заветрилась. Она у нас сухая. Мы ее будем сейчас покрывать. Будем использовать специализированное покрытие, которое можно наносить на сыр, а потом его снимать и опять переплавлять. Предварительно я наш воск разогрела на водяной бане. Значит, в кастрюлю набираете воду. Видите, у меня там пар идет. То есть он горячий, у меня сейчас воск. И будем наносить. Смотрите, такой момент. Воска у меня здесь совсем не так много, я бы сказала. И будем сейчас его наносить очень аккуратно. Воск достаточно быстро застывает на сыре и образует глянец. Бока мы покрыли, теперь мы ложечкой быстренько проходим сверху. Вот так вот. Все дырочки и щели покрываем воском. Сейчас воск застынет на этой стороне пару минут. Я его переверну и покрою другую сторону. Покрыли вторую сторону воском. Осматриваю. Заливаю все трещинки, которые остались, где виден сыр. Так я написала на сыре, и вот так он у меня будет храниться в камере для вызревания сыров. Желаю вам хорошего настроения, всегда хорошего аппетита с вашими сырами. Ставьте лайки, если вам видео мое понравилось. Всего доброго, до свидания.